В Иксунском районе Нижегородской области пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. В ходе реализации оперативной информации в одном из домов в поселке Дощатое сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области и ГУНК МВД России при силовой поддержке отряда специального назначения задержаны подозреваемые в причастности к незаконному обороту наркотиков. При проведении обыска в арендованном задержанными доме была обнаружена подпольная лаборатория, откуда изъяты тарелка и сверток с веществом белого цвета, мерный стакан с белыми кристаллами, 7 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения, противогаз, а также 20 емкостей с химическими реактивами. По данному факту, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, а также пунктом Г части 4 статьи 228 прим. 1 УК РФ, незаконное производство сбыта или пересылка наркотических средств, возбуждено уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела установлено, что двое мужчин организовали в арендуемом около года назад доме лабораторию по производству наркотических средств. Произведенные вещества они планировали сбывать на территории Нижегородской области, передвигаясь на автомобиле одного из них. Инструкции по изготовлению и сбыту наркотических средств задержанные получали онлайн посредством общения в мессенджере. Там же они заказывали материалы для изготовления наркотических средств. По ходатайству следователя в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Главное управление МВД России по Нижегородской области напоминает, что обо всех фактах незаконного оборота, потребления и распространения наркотиков можно сообщить по каналу связи 02, оставить интернет-обращение, либо обратиться в ближайший отдел полиции.